27 сентября в Каспийске стартовал конкурс чтецов патриотических стихотворений, в котором может принять участие любой желающий. Отметим, что данный конкурс приурочен ко дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Российской Федерацией. Специалист МКУ города Каспийска Али Алиев поделился о деталях творческого состязания. За первые 3 месяца будут разыгрываться ценные призы. Для участия вам потребуется отправить видеоролик по указанному номеру телефона. Победитель будет определяться путем голосования в телеграм-канале Управления культуры. Условия конкурса следующие. Возраст участников не ограничен. Стихотворение обязательно должно быть посвящено России и его культурному наследию. И самое важное, длительность стихотворения не должна превышать 3 минут. Сбор заявок будет проходить с 27 по 29 сентября до 20:00. Кроме того, помимо конкурса чтецов, Управление культуры Каспийска организовывает грандиозный концерт. В целях укрепления духовно-нравственных ценностей, дружбы между народами, приобщения молодежи к народному творчеству на территории Российской Федерации, 30 сентября отмечается День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Наш город Каспийск не стал исключением. Праздничное мероприятие стартует с масштабного флешмоба на площади города Каспийска. В концерте примут участие воспитанники детской школы эстрадной песни, школы искусств имени Агабабова и многие другие.